Все задержанные после перестрелки в советском районе Красноярска отпущены на свободу. Сегодня об этом заявили в Следственном комитете. Напомним, 18 июля в результате вооруженного конфликта между двумя строительными фирмами погиб 42-летний мужчина, директор компании «Новый город». Позже был обнаружен еще один труп. За ночь полицейские задержали сразу 20 человек, которые могли быть причастны к происшествию. В настоящее время все люди опрошены и отпущены. Они пребывали в статусе свидетелей и, соответственно, по подозрению из них никто не задержан. В настоящее время плотно ведется работа по установлению лиц, причастных к совершению убийства.